Меткие высказывания Никиты Михалкова. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий, блогер. Герой труда Российской Федерации, народный артист РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола и трех государственных премий Российской Федерации. Не страшно, когда тебя ненавидят ни за что. Страшно, когда есть за что ненавидеть. Не путайте белое с острым. Неужели нужно опуститься на самое дно, чтобы потом от этого дна отталкиваться? Равенства никогда не было и никогда не будет. Мало того, его и не должно быть. Должно быть равноправие. Вы можете все книги закачать в iPad, но запах книги утерян. А надо, чтобы странички шелестели, не мышка кликала. Радость замечательна нечаянно. Кинематографические улыбки на показах ничего не стоят. Это просто демонстрация работы стоматологов. Даже если режиссер ничего не стоит, актер обязан выкладываться на все 100. Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя. Суди по жизни тех, кто живет хуже. Их всегда больше, и у тебя отпадут проблемы. Гармония – это когда то, что хочешь, совпадает с тем, что можешь. Очень просто быть лучше другого, и очень трудно – лучше себя самого. Есть такая мысль, что естественно, то не безобразно. Часто бывает так – ложь безобразна именно потому, что она неестественна. Их ненависть – это лакмус для меня, маяк, подтверждающий, что я иду правильной дорогой. Для меня важнее не убеждать с трибуны, а делать так, чтобы что-то вошло в сознание людей и потом воплотилось в их поступках. Человек, которому ни в чем каяться, счастлив, потому что он идиот. Делайте, что хотите, пишите про меня, что хотите, но только не смейте меня хвалить. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но так нет, что нет. И хрен с ним. Победа над женщиной – это слишком большая ответственность. Ну, победил, и дальше чё? Искать следующую для очередной победы? Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. И я понял, что это одно из самых мудрых правил жизни – относиться к происходящему с простым смирением. Не пассивным унынием, а смирением. Значит, так надо. Оценивая то, что происходит, спокойно делать выводы и продолжать жить и работать. Зависть не только грех. Зависть – это движущая сила зла. Зависть может быть движущей силой для того, чтобы сделать лучше. А может быть губительной силой для того, чтобы истребить того, кто делает лучше. Способности – не гарантия того, что человек состоится. Одеяло лжи шьется из лоскутков правды. Никогда не требуй справедливости у Бога. Если бы Бог был справедлив, то давно бы уже тебя наказал.